Всем привет! Сегодня я хочу вам показать фигурку от компании NECA. Это Фредди Крюгер по второй части. Старая версия от NECA. Есть новая, ультимейтовская. Но мне, по крайней мере, старая нравится больше всего. Нет. Отличный скульпт. Полностью передается образ. Сделан вообще идеально. У Неки самые лучшие скульпты Фредди Крюгера. Одежда тоже хорошо проработана. Текстура рук. Имитация ожогов. Перчатка отличного качества. Штаны литые, то что мне больше всего как раз таки нравится, потому что у новой Nike трусы не исправить. Ну, ботинки обычные, тут написано то, что произведено Nike в 2011 году. Это голова первая из комплекта. Также есть вторая голова еще. С мозгом. Вот эту голову я всегда ему ставлю. Там больше всего нравится. Тоже скульпт отличный, все детально проработано, качество просто на высоте. Ну, шляпа, понятно. Тут она, конечно, больше на панамку похожа, не знаю, лично по мне так больше похоже. Также идет сменная рука в комплекте. Вот данная рука, которая идет сменная в комплекте, без перчатки. Лезвие из пальцев вылезает. Тоже качество идеальное. Артикуляция руки в плече, в локте. И в кисти. Также и на другой руке. Тело вперед-назад, влево-вправо немного. Голова на 360. Вверх-вниз. Влево-вправо. И ботинки. Ноги литые. Повторюсь. Это просто шикарная фигурка, притом она довольно-таки редкая. Конечно, скоро у меня ее заберут, ну, купят. Но тому, кто ее купит, повезет, потому что это реально шикарная фигурка. Также хотел, так сказать, предложение сделать. Если у меня наберется 500 подписчиков, и на этом видео будет, ну, хотя бы давайте 100 лайков, то разыграю вот такого Фредди Крюгера для проводов. Чтобы получить этого Фредди Крюгера, вам надо будет перейти в группу мою ВКонтакте. Я ее создам. Репостнуть там запись с этим видео. И написать в комменты на YouTube любой коммент. Ну и также лайк поставить. И подписаться обязательно. Буду проверять,
когда, если какой-то человек выиграет, то свяжусь с ним и узнаю все, короче, подписан ли он, поставил ли лайк, ну, чтобы все честно было. Там уже решим, кто почту оплатит, если, ну, придется куда-то отправлять. Я или тот, кто выиграл. Ну так, какой-никакой такой хороший презентик. Также в следующем видео, возможно, в следующем, будет обзор на данный эндоскелет. Конечно, у него тут есть пару косячков, но это ничего такого, да и сам вообще эндоскелет от Неки хрупкий очень. Тут у него подставочка вот такая. Я ее перекрашивал, там покупал у человека. Была, получается, как я понял, от какой-то игрушки старой. И вот подкрасил его так, чтобы он покрасивее выглядел. Ну а так, всем спасибо за просмотр. Подписывайтесь, ставьте лайки. Ждите в скором времени новые обзоры. И также не забывайте про конкурс, можно так сказать, розыгрыш. Условия я уже озвучил, также напишу их в описании под видео, чтобы не забывали. И уже как наберутся лайки и подписчики, разыграем его. А в дальнейшем может еще что-нибудь хорошенькое. Есть желание кое-что большое разыграть, но это уже надо вам постараться, чтобы подписчиков много было. Тогда разыграем вот этого красавца. Но это уже попозже. Всем спасибо еще раз, всем удачи и всем пока.